2 октября в Каспийске на базе энергетического колледжа состоялся квиз «Студенты-знатоки», приуроченный ко дню среднего профессионального образования. 2 октября 2024 года исполнилось 84 года системе среднего профессионального образования в России. Это знаменательная дата не только для педагогического сообщества профессионального образования, но и для многих миллионов рабочих и служащих выпускников колледжей. Наш квиз – это уникальная возможность для студентов продемонстрировать свои знания, проверить логику, сообразительность и, конечно же, показать командный дух. В этом квизе участвуют команды из различных учебных заведений, каждая из которых с большим энтузиазмом и подготовкой подошла к участию. Началось мероприятие вступительной речи директора Дагестанского профессионального педагогического колледжа Закира Алиханова. Он пожелал всем присутствующим удачи и поздравил с этим знаменательным праздником. Сегодня в зале собрались именно те, кто свое будущее связал с профессией, со средним профессиональным образованием, как первая ступень вашего профессионального образования. Я больше чем уверен, что многие из вас хотят дальше тоже продолжить свое обучение, уже поступить в высшее учебное заведение. Но вы сделали очень правильный шаг, то, что после 9 класса пошли получать профессию или специальность. Дело в том, что мир очень сильно меняется. И на сегодняшний день иметь высшее образование обязательно. Достаточно получить хорошую профессию. В ходе квиза каждая команда, которая состоит из 5 участников, прошла 4 раунда. После каждого вопроса дается 1 минута на размышление. Команда, которая даст правильный ответ, получит 1 балл. Вопросы разнообразные и охватывают самые разные области знаний, что позволяет каждому участнику внести свой вклад в успех команды. Основная цель нашего мероприятия не только выявить сильнейших, но и подарить всем участникам незабываемый опыт, стимулирующий дальнейшему развитию и стремлению к знаниям. Отметим, что в квизе приняли участие 8 команд со всех колледжей Каспийска. По результатам 3 раундов в финал выйдет только 2 сильнейшие команды. Они встретятся в последней схватке за звание абсолютного чемпиона. Важно помнить, после каждого раунда все набранные баллы обнуляются. Это значит, что каждый этап начинается с чистого листа. В качестве жюри выступили специалисты управления культуры Залина Рабаданова, Али Алиев, а также директор детской художественной школы города Каспийска Наталья Крутикова и педагог детской школы искусств имени Сергея Агабабова Элеонора Левшиц. Кроме того, украсили мероприятие воспитанники детской школы искусств города Каспийска.